Thank you.
Можно немножко поговорить? Сначала первый бис, это был 18 этюд Шопена, опус 25, номер 6. Второй бис был этюд по Паганини, номер 6. И я просто говорил интервью много до этого, то на радио, то на видео какое-то. И я везде говорил, то Листа я сыграю, то у меня спрашивают свои сочинения. И если можно, я все-таки сыграю свои сочинения, потому что сегодня еще не было моих сочинений. Thank you.